Больш чым у 1000 рублёў можа абысціся адна незаконна высечаная ў лясах елка, плюс кампенсацыя шкоды прыродзе. Пра гэта паведамілі ў Магілёўскім лесагаспадарчым аб'яднанні і адзначылі, што на елачных базарах, якія сёлета пачнуць працаваць з 21 снежня, цэны на зялёнай прыгажуні больш чым прымальныя. С 21 снежня лясгасы в области плануют организовать больше за 150 гандлевых кропок по реализации новогодних древов. И они готовы представить 16 тысяч зеленых прихожунь. Цена установлена, так скажем, да, единая для всех наших лесхозов, зависит от длины новогоднего дерева. Если эта длина до метра, то стоит 5 рублей 70 копеек. Это с НДС. Если от метра до двух, то это 7 рублей 50 копеек. Акрамя гэтага, жыхарам в области прапануюць жывыя хвоі і ёлкі ў катках. У лясгасах в области нават можна будзе самастойна выбраць на дзялянцы навагоднія дрэва. Але нягледзячы на гэта, штогод знаходзяцца тыя, хто вырубае ёлку незаконна. На частное лицо, которое незаконна вырубит дерево, значит, налагается штраф в размере по первой группе лесов от 5 до 50 базовых величин, по второй группе лесов до 30 базовых величин. Кроме штрафов, предусмотренных административным кодексом, значит, ущерб, предусмотренный указом президента номер 348. Там за каждое дерево, соответственно, расчет вреда. Специалисты лесной галины узмацняют контроль и нагадывают. У продавца новогодних древов обовязково треба взять документ, который подтверждает их набыццё. Павел Савицкий, Сергей Крапяков, Николай Соболев. Новини регион.